Орехово-Зуевскими полицейскими задержаны дачные воры. В отсутствие хозяев злоумышленники похищали электрооборудование и технику, чтобы потом продать в скупках. Лето – сезон для дачных грабежей. В сараях и хозблоках хозяева хранят дорогую технику, электрооборудование, велосипеды. Как правило, в пособных помещениях ненадежные замки, и находятся они в отдалении от домов. А значит, становятся приманкой для злоумышленников. Каждую неделю в Орехово-Зуевском районе совершается 3-4 кражи из дач. Однако не всегда преступники ждут отъезда хозяев. В деревне Щербинино за одну только ночь было вскрыто 5 домиков. Что обнаружили, сарай был открыт и изъята камера, газонокосилка. Не газонокосилка, а триммер. Я его находила из дома, но это было в ночь. Встала утром и пошла к этому сараю, но обнаружила, что сарай приоткрыт. В ту же ночь в доме соседки произошло ограбление. Из сарая похищено садовое оборудование. Бензопила, вот я сказала уже, вот этот блок и бензокосилка. И еще был такой ящик с инструментом. Злоумышленник работал, не жалея сил. На следующий день из подъездов домов уже в Демехово были похищены как минимум 3 велосипеда. По подозрению в грабежах задержан молодой человек. Сам он также проживает в Демехово и нигде не работает. Ему вменяется преступление в сфере имущественного характера. Возбуждено уголовное дело по статье 158. Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб, если брать по всем эпизодам, то превышает 100 тысяч рублей. Данное имущество он что-то хранил по месту проживания своего, что-то успел сбыть. По словам задержанного, деньги от продажи он тратил на питание и алкоголь. Сейчас молодой человек находится под стражей. Решение суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.